Всем привет! Говорит и показывает Русик 43. И сегодня на повестке дня кругозор о американском тяжелом танке М103. И начнем с того, что этот танк не пользуется особой популярностью у игроков, что я считаю вполне обоснованным по ряду нескольких причин. И первая из этих причин — это размеры танков, а точнее его башни. Она просто очень огромная и в нее очень легко попасть. Вторая причина — это бронирование. Как на мой взгляд, она не совсем соответствует бронированию тяжелого танка, особенно на пятом ранге. И третья причина — это отсутствие камерных снарядов для орудия. Я не знаю почему, но американцы не дали 120-мм орудию камерных снарядов. Ну, у нас, благо, есть кумулятивы, которые пробивают там 400 мм, но до них еще нужно докачаться. Из плюсов же могу отметить только хорошие УВН от минус 8 до плюс 15, в меру мощный двигатель, который позволяет довольно-таки шустро нам разгоняться до своей максимальной скорости в 30-35 км в час. Обтекаемая литая башня, которая позволяет нам танковать некоторые, не все, а только некоторые снаряды противников. И еще один немаловажный плюс — это наличие у танка мощных фугасных снарядов, бронепробитие которых аж целых 45 мм. На этом с кратким обзором закончим и перейдем к применению танка Викера. Сразу скажу, что этот танк не для всех. На нем нельзя лезть вперед, будучи неуверенным, что вам ничего не грозит. Этот танк исключительно второго плана. Сам неоднократно на нем сливался, что поспешил, полез вперед, и потому что сток, и потому что снаряд не дамажит. Но спустя приличное количество боев я пришел к мнению, что на стоковом М103 лучше играть аккуратно с применением фугасов. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого вышло. Всем приятного прослушивания и просмотра. I bring life.